Казахстанский паспорт с каждым годом обретает все большую силу и уверенно занимает 54 место в мировом рейтинге. С этим голубым документом наши граждане могут посетить больше 40 государств без визы. В их числе страны СНГ, Южная Корея, Китай, Малайзия и многие другие. Ожидается, что в ближайшем будущем еще 6 стран подпишут безвизовые соглашения. Есть также примерно 4 десятка государств, с которыми у Казахстана официально не установлен безвизовый режим, но их посещение не вызывает проблем. Это Египет, Катар, Индия и так далее. Визу в эти страны можно легко получить прямо в аэропорту.